полтора года жители дома Либмана фактически живут на стройплощадке. Рабочие сняли крышу, чтобы заменить ее на новую, но не спешат заканчивать обустройство. Временной броней от осадков стала пленка на пятом этаже, однако она не способна защитить ни памятник архитектуры, ни жителей дома. О расторжении договора с недобросовестным подрядчиком компании «Укрспецпроект» говорят с начала этого месяца. И только сейчас мэрия смогла дать официальный ответ. Подрядчик выполнил только частичное укрытие путем обустройства пленочного покрытия на полу четвертого этажа над квартирами, в которых и проживают жильцы. Остальные работы не выполнены. На сегодняшний день управлением к обстоятельствам заказана корректировка проектно-сметной документации в разделе «Усиление фундаментов и стен здания». Данный проект находится на экспертизе. После прохождения экспертизы будет объявлен тендер на выполнение этих работ. С компанией «Укрспецпроект» на сегодняшний день решается вопрос о расторжении договора, а также ведется поиск компании, которая бы в кратчайшие сроки провела консервационные работы на крыше вышеуказанного здания. Местные рассказывают, что деньги на восстановление здания перестали выделять еще в прошлом году, а реставраторы выполнили работы на сумму 15 миллионов гривен, из которых мэрия якобы оплатила только 2. Проектом реконструкции предусмотрено сохранение аутентичной геометрии здания. По некоторым данным, на этапе реставрации возникла идея достроить еще один мансардный этаж. Заказчик и подрядчик к согласию не пришли. Сейчас оценка объема работы, их качество занимается эксперты.